Hello, my dear children. Today is the 20th of October. This is our lesson story time. Ребята, сегодня на уроке мы с вами будем читать интересную историю про короля и про пчелу. Now, let's revise our previous lesson. Что же мы проходили на прошлом уроке? Давайте вспомним. Personal pronouns. Личные местоимения. Miss Katie, English classroom. I, you, he, she, it, we, you, they, subject pronouns. Subject pronouns. Learning is cool. Okay, nice. Now, let's repeat one more time. I, you, he, she, it, we, you, they. Nice. Let's do the sum task. Ребята, сейчас смотрим видео и мы стараемся выполнить вместе это задание. Listen, match the with the right picture. Слушаем и соотносим с правильной картинкой. She. He. You. We. It. I. Day. Okay, well done. Now, let's learn new words. Давайте с вами учим новые слова. Rose, rose. King, king. Bee, bee. Clever, clever. Rose – это роза, king – король, bee – пчела, clever – умный. Okay. Next. I'm sorry, простите. Silly, silly – глупый. Now, let's watch the video, this story. Let's watch. The King and the Bee, a story from Russia. A rose. Ouch! Oh, I'm sorry, my king. Silly bee. Hello, my king.
Where's the real rose? Huh? I don't know. A real rose! Yummy! That's the real rose. Clever bee. Oh. Okay, now let's read the text. A rose. Oh, Роза. I. Да, закричал у нас король. I'm sorry, my king. Простите меня, мой король. Это говорит пчела. Silly bee. Отвечает ему король, рассерженный. Silly bee, глупая пчела. В следующем мы видим, что пришла принцесса, да? Король говорит, hello, my king. Hello, здравствуйте, король, мой король. Здесь, оказывается, у нас не все розы настоящие. Вот, и принцесса хочет узнать, где же настоящие. Where is the real rose? Real rose, настоящая роза. Okay. А король у нас говорит, I don't know, я не знаю. Тогда они решают позвать пчелу, чтобы она нашла настоящую розу. Пчела у нас залетает, да? Что она говорит? A real rose, yummy. Настоящая роза, yummy, вкусно. That's a real rose, clever bee. Это настоящая роза. Clever bee, умная пчела, говорит король. Что мы можем, какой мы можем вынести из этого урока, с этой истории? Everyone, big or small, is clever in their own way. Каждый, будь он большой или маленький, он хорош в своем деле, да? Окей. Well done. Now, let's do the task. Now, you will see the expression from this text. Это выражение, высказывание с этого текста. Кто я сказала? I'm sorry, my king. Yes, you are right. It's bee. Where is the real rose? Who said it? Кто это сказал? Princess, nice. Silly bee, кто сказал так? Yes, well done. King, it said king. Okay, boys and girls, what about your task? You should write down these new words in your vocabulary copybook and learn by heart them. Эти новые слова вы должны будете обязательно записать в свой словарный тетрадь и выучить наизусть. Также прочитайте еще раз этот текст, который у вас в вашем учебнике на 29-й странице. Прочитайте и переведите обязательно. Дальше, следующее задание. В Activity Book на 16-й странице у нас в пятом упражнении нужно будет разукрасить эту пчелу с розами и выбрать правильное название текста. Tick the right title for this text. Color and tick the right title. Silly bee or real rose? Yummy. What's title? Какое подходит название к этому рисунку? Выберите правильное. Okay, that's all. Our lesson is over. Goodbye, my dear children.